хоть заметишь? ГП ебашь. Заебала меня эта хуйня. Бузер, какого ты хера наверху стоял? Мы, блядь, милики все убегаем, а там, сука, РДДшники возле стенки стоят какого-то хера. Ну вот смотрите. Келесит вот где-то вот тут позиционируется. Два других босса где-то вот тут. Хилы, они где-то посередине стоят рейда. Где-то вот так. РДД посередине вот тут рассредотачиваются. Милики там возле двух боссов. Чё, всё? Туда на каски, всех на готовность. Каски раздали, еду поели. Ребят, секунду, у меня задержка 850, сейчас. Релоу делаем. Вой, там прожимы чередовать надо. ШВ, потом АПДК прожим. Ну прожим прожимом, но то, что вы 12 рыл миликов стояли и друг от друга получили от вихря урон, у вас у всех по 10% так, ХП осталось. Все, такого быть не должно. Сейчас, секунду, ребят, подожди. Или что, опять активацию голосом ставить и могущественный вихрь вам говорить заранее? Милики все должны словить раньше 12 метров друг от друга и от РДДшников к хилам не побежать и их не убить. Не знаю, показывает задержку 850, но вроде лагов нет. Чай импа вызываю. Чек на готовность. Клаб поесть, хорошо. Все готовы? Чет на пул. На пол или, пожалуйста, там волонаром на Вайда. На Вайда, на пул или, блядь? Геру. Их, Ренджу набрали. Вайда прохил. По килисету точечно. Пружинковой. Задум, хорош так это. Чего-чего? Не бегай, встань, стаки скинь. Много стаков не на стаке, иначе сдохнешь. Пружинка, блядь. Кинетику главное поднимать, не откидывал. Смена цели. По толдорам играем. Чинили манкан. Че? Душа манкан. Какие? Тут душ нет с этого босса. Три души. Но у нас один. Одна, Гера, алло. Нет, у нас второй Гера, ёптвену. Сука. Войда положили, как? БР, 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 быстрее. Забирай. Сейчас. Рабаф, Войда. Забрал под ШВ. Уже не надо. По Волонару. Волонар, забери. Стопаните пока что. Вы что, убитые что? Стопаните. Я дал салю по себе. Вихрь, Рейнджу.
Карочка, кто бы я распознал? По турбо Джерада. Дайте. У Мосса 2 минуты КД, у Джерада КД, карочки есть. Карочка, по турбе дай. Лучше хиль. Турбу про хиль. Про баф. Вихрь, Ренджу набрали. Блять. Да-да, мидвей. Элисету точно. Кинетика над боссом. Меня просто им заявил. Пружинка. По Талдораму. Можно маны по мне? Мосс, дай по Атринте. Мрбетер на ману прочитай. Сами вы уже смотрели на ману хилов? Блять, опять это ебаная тоже. Смена цели много не стакаем. Сейчас будет этот вихрь. Скоро. Анкил ближе. Дам Шивену, вы разбегайте. Угу. Ренджу набрали, быстро. Второй будет. Алиса есть, не забудьте. Когда подвигал, если он был, если не будет. Добивайте кирисет. Ты ж, блять, как меня кинуло туда. Ой, не то, не то сделал, сорян. Лиса, фул прожимки свои, давай. Че ты сферу убил? Да, мы вылезли нахуй. Ой, рахиты. То пизда. Ну давай, блядь, катушками. И воятельно. Тогда я довольный буду. Да, сейчас я катушку. О, ты довольный? Катушка упала? О, воятельно. Воятель, плащ, плечо. Стоим, куда? Обратно, 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 обратно отошли. Пока лут не разролили, они спускаются очень низко, лимон. Плащ, лимон. Угу, нажал. Цабычки такой есть? Нет, у меня залет. Последняя шмотка. Хуй-и-та. Мосса, тебе надо или Джураде можно скинуть? Мосса, кот, мейн. Ну, я просто думаю... Ну, если честно, я бы их брал на хилах. Там смотрите. Их на хила? Я бы уже лучше брал грудак ткани. Я бы тоже грудак ткани выбрала. Я и так буду брать ткани, я просто буду к 2Т10. Через шапку и штаны. Чек на ФК, пошли.
Ну, контролем играем по лейтенанту, по черепу. По черепу играем. Дальше по командиру. Дудки нету, блин. Тактику заливаем. Только срочно нужен чест, ты четвертый нахуй. Капните. Тащи сюда череп. Трусы за контрольте кто-нибудь, луну за контролем. Трусы контроль. Угу. По черепу играем. Дальше по трусам. Луну. По черепу. Да там нет, петушары гоняют на. Петушары, токийский дрифт. Угу. Таджикский. Блять, рано. Луну контролю. Трусы за. Если пойдут за контроль, я так играем по черепу. Отлично, череп, дальше потом луну. Где она, блядь? По луне играем. Ой. Агро. Ой, воля пропала. Сука, на силу, блядь. Блядь, я встань, блядь. Кто-то не держит, да? Трусы. Ой. По трусам. Самые грешные упали. Покайся, сын мой, ибо ты согрешил. Или как там? Я каюсь, Войт, ибо я согрешил. Войт, можно я приду к тебе исповедоваться? Можно. Ты
кто-нибудь представляет Войда в американском фильме в роли святого отца? Я представила, бля, так круто. Так, тень на ком? Который смотрит и говорит, ну нахер, да? Помнишь гиф? Тень, у кого взят аура? Аура за темной магии. У кого взята? Плюс чат. Аура темной магии у пана. Я все слежу, ёб вашу мать. Кони у пана теперь. Кони у медведя, темные у медведя. Прото, поставь. А как вы это смотрите, кстати? У меня есть одно специально. Есть. Yes. Блять, Гурский есть джипс? Поставь справа. Есть. Сердолик. Хуёлик, ёпта. Ставь нахуй. Давай сердолик и ставь нахуй джипса, блядь. Гурский сегодня из трех ППГР, короче, три сердолика забрал. Тупо в каждом падает, да. Он забирает. Принимаю твой дар, нахуй. Ах ты, сука, отменил, нахуй. Чё, как в прошлый Иди. Раз? Мелизону все? Да, все мелизону. Рыбу поставил. Ипофикшена. Можно я за флаской протонусь, и вы меня присумываете? За какой? Крутой. Зачем ты выся? Так захилишь. Пан, коня смени. А у меня вообще никакой фласки нету, дайте мне тогда бомбу. Пан, не меняй, блядь, на коне поедем. Да. У Вайда фласки. Фласки. Так, фласки, да? У меня только припод. Спасибо, мне шанс он дал. Дай Бог здоровья. Христо буф. Чё? Чё, у тебя кончились фласки? Я уж ничего не газила. Соответственно, ребята, все под жопу босса, кроме как его, хантов. Ханты на минимальном ниндже стреляем. Далее. Говорю тени, значит разливаете. Моментально стопнули нахуй свои косты и побежали, блядь, разливать лужу. Надеюсь, это понятно. С пактом, если на хантах, ханты чуть-чуть подожмитесь и дальше отходите. Далее. Тотем трепета бузер поставишь, чтобы хилов расфигарил. Шансунг мас диспелом снимаешь этот фир. Дальше, когда будет взлетка, соответственно, она взлетит. Набираем рейнджу. Надеюсь, понятно. Чек на готовность. Я слышу на харочку. Да. Фласки пропиваем. Еще раз чек на готовность. Мос, фласку пропей. Отчет на пол. Так, на заду... А, надо на турбе, отлично. Турбо. Дальше укуси, пожалуйста, Лексуса. Твинти побежала. О-о-о, пиздец. Ложимся. У нас хилы жопа что-то. Я виноват на самом деле. А, лужа. Лужа. И пилы тоже жопошные, да, согласна. У тебя не получилось. Чё, кто под боссом стоим, бежим? У тебя не получилось. Нет. Тёма, может мне в хила на этого босса? Не надо. Меня просто кусать не надо, у меня фреймы херовые. Я понял. Я ведь кусят под конец. Сейчас добегут люди, резко на стресс.
Я согласна на ГП. Ты что, в Мелизоне, что ли, тусила? Я очень долго выносила ее. А если не в курсе, мы все в Мелизоне. Пол вроде в центре должен быть. Нет. Нет. Все в Мелизоне стоят. Одни на минимальном рейндже. Теперь какая-то другая тактика, да? Кто-то уехали, башни. Они хотят обузить баги сервера. Понятно. Там, я так понял, какой-то баг идет с потоковым уроном. Не потоковым уроном, идет баг того, что массовый дамаг, который наносится тем, кто стоят в рейнже, они пашут тут, либо наносится слишком маленький. То есть деваться, да, не надо при этом. Мгновенно пацанут, просто грубо говоря. Просто урон надо посмотреть. Вот это Шреддер, не юзай, пожалуйста, желтую джагу, ты у меня под ногами болтаешься. Тут должны быть кровавые стрелы, а их нет. Она их кидает в РДД. Не она помню. И в мили-зоны кидает. Что получается, она их не кидает, если мы с Якучем стоим? Она вообще их не кидает нигде. Она вообще не кидает. Вон она что. Рейндж-то тут набирают для того, чтобы стрела не убила всех. Она, ну, да. Она их кидает, по-моему. Даже милики распределяются. Если я через пар навесайте. Но она не может кинуть 3 в мили зону, потому что 8-9 ренджей она будет в них кидать. Она не будет кидать. Знаю, у нас тогда по тактике на циркуле было, что одна половина миликов стоит с левой стороны, другая половина стоит с правой. Но возле босса. Симон, через пана, чуть-чуть ближе, подойди к кругу. Ну, что кидает, я не помню. По-моему, она в рандомных 3 людей кидает. Моресон, пожалуйста. Мастер, подойди к кругу, мастер через пана. Ладно, не все вам меня вайпать. Разрешаешь. Что, не достало кого-то? Аня? Встаем. Рыбу кушаем быстрее. Бафаемся. ДБМ, может, я включу, нет? Все быстро. Релогайтесь. Я один раз 10 гер пошел с канобом. Так, ты давай тут гони на Ивана. Иван топорел. И я, короче, лужу эту не вынес, прикинь. Ну, заслакал. И он мне, знаешь, что говорит? Войд Дефендер, ты долбоёб. Я сразу все понял, что надо делать. Это примерно как брифчик долбоёбина на минус 20. Угу. Так, чё там ДБМ? Не, его нету. Нет, ну я надеюсь, что если будут говорить или включить ДБМ. Ну а чё я не сказал? Ну, а все сказал, да поздно сказал. Ну да, мне тоже кажется, чуть было запоздание. Пиздец, я чё вам нахуй, Ванга, блядь, говорить до каста, блядь? Должен. Алло, прием, все подвисают или нет? Нет. Да, все подвисают. Ага. Ага, отмазка, отмазка. Все подвисают. Я не подвисаю, я просто подвисаю. Лу, готов? Гурский рыбу поищу. И без рыбы хорошо живу, нахуй. А где она, нахуй? А добавлю без рыбы. Вот эту проекцию мага Фаргота ставит, нахуй. Кому руки, блять, оторвать, нахуй? Чё стоит? Чек на готовность. Да вон проекция там какая-то, нахуй. Хуй-то поеботом. Все готовы. Чёрт на пол. Делаем. Забыл нас. Такое.
зрителей. Лекс, кусаешь турбо. За дом. Юба торм. Ой-ой, сбегай. Бать, еще и пах на меня. Хил, прохил. Хил, высыпай. Мосс. Вот она реакция. Турбо кусаешь Гурского. Лекс кусаешь Кота. Карочка побежала. Быстрее. Сместили чуть-чуть. Блять. Ну что, никак не сообразить, да? ГП, легли. Вот. Первый раз дала 17к хпс. Их вы. А только, блядь, крылья нажала. О, а нет, да, 17. Это, ну, это нуба вайп называется. Это вайп не по причине не платить ХПС, а вайп. Знаете, потому, что... как это еще называется? Это называется, что за хуйня с хилами, блядь? Причем тут... Я не буду комментировать. Не, я не спорю, типа, ну, блядь. Весь рейд, вы стоите в одной куче, и вы получаете дамаг от лужи, которую не смог друид вынести на 5 метров дальше. Почему-то с лужи я вышел, блядь, а остальные что-то не смогли, да? Нет, там этот, там она не успела, центральная залила, ёпт. Прямо где мы стояли. Я говорю, не долбимся нахуй в аддона. Услышали свой ник, побежали. Сразу же, моментально. Учимся, привыкаем. Завязывайте эту хуйню какую-то. Вот это стояние в лужах, это никому не поможет. Ну, мы тут проебем все трая, а у нас еще Вальку можно захилить, лут получить. Не, вы можете убивать по обычной тактике, но это еще хуже, блядь, будет, нахуй, я могу поспорить. Нет, с такими хилами нечего по обычной тактике делать. Ни одной волны исцеления, серьезно? Заебал там хептать. Ну ладно, цепуха хилит, хуй с ним, ладно, не надо волну исцеления. Ну а как не надо? Ты одна будешь хилить танков всегда или что? Так одна хилю. Одна выхиливает, на лане не хочу хилить танков-то, блядь. Ну, а почему у нас Эрдру 270 нихуя не хилит? Почему? Почему? Я вас спрашиваю, почему? Я тоже спрашиваю. Ты захиливаешь все, ёпта. Вот он и хилит. А чё лежим-то? Масреса не макурва. Не знаю, ну Эрдру нормально хилит, карочка. 10к? Я не знаю, ну... 10к в 270? Вложение будет. Шо у нас, лут, Лина, вы не голосуете за сервак, чуток больше хп будет. Ага. Лимон вроде бы тоже. Или это мне не показывает, хрен его знает. Да не голосуют они, на. Скажите мне полный отчет. Полный отчет с чего? Типа всех боссов? ХПС, да. Не знаю, скидывался у меня или нет, но вот такой вот у меня. А у меня, походу, скидывался, блядь. Нет, не скидывался. И? Просто? Ну я еще на трэше лайпов.
и бежал. Похуй хп, стой вас, сука, не дамажит. Главное, выбегайте с этими ебаными лужами, нахуй, и все, блин. Приду. А, да, маедик с гильдии ливнул, ты видел там? Нет. Ну, ливнул, значит ливнул, в чем проблема? Ну что, пусть ливал с гильдии. Пусть я продавал знаки. Чек на готовность. Отклепаем. Собрались. Чё я опять не сделал? Блять, опять не пожал. Да убери ты этот аддон, сраный, меня палят, нахуй. Давайте, жите, я чё, блять, рыбу покупаю? Для нахуй, для шкафа, ёпта, или чё? Ты дум, слышал? Став, давай. Блять, очень смешно, нахуй. Тут... Же говорила, что отойдет на минуту. Блед, я, сука, припод пропил, ёбаный урод. Ты чем ты их пьешь, как дурачок? Я пью, блядь, эти, нахуй, на броне. Нафига не себе. На готовность. А знаете что, блядь, Виси не пожрала? Заставьте ее жрать тоже рыбу. Она пока придет, она пропадет из зубов. То самое чувство, когда мне нравится, сука, больше нахуй крита, блядь. Дайте вы от рыбы нахуй. Клеим у рыбы, блядь, большой, жрать. Кстати говоря, я не знаю, правильно, неправильно, может быть, лимон потанчит. Да, блядь. Ну, лимон, вставай, танчи, чё? Что? Потанчит. Хочешь потанчить? Танчи. Я по домашку. Лимон хочет потанчить. Да, лимон. Это свешать, нет? Да фиг вот знает. Лимон, пожалуйста. Ради меня. В принципе, там люди с шеренами так стало. Ради наших детей. Не, ну профу синдру, синдру профу еще можно. ДД хочу побегать чуть-чуть. Ладно, все готовы. Отчет на пул. Я залагал. Отлагаешь, подойдешь. Бля, я сзади буду стоять. Я тупо лаю. Релоуд прописывай быстрее. Чуть ближе можешь подойти. Вот побежал. Угу, молодец. Лекса с турбо укусишь. Пак там сбежались с Шансунгу, бегом. Ход. Коша можно снимать, Оль. Он уже снял, блин.
турбой с выдержкой. Турбо Гурского. Лексус. Мукусай. Джурада. Шансунг отлагал? Не полностью, я лучше тут буду стоять. Она моментами меня просто подлагала. Тотем трепета бузер. Готовьтесь в центр. Готовьтесь в центр убежать. Секунду. Моса, побежал. Кусы главное раздали. Рэнджу набрали. Турбо Гурского, Лексус Му. Турбо, я сзади. Мурбеттер на хп. Шансов на хп зачитал. Отлично. Разбегаемся. Быстрее. Сейчас пак будет. Так. Угу. Тени готовимся. Лексус. Дальше. Лексус. Кусай мультю. Горский, кусай пуси. Турбо, кусай задума. Кто еще остался? Му, да ты? Что-то кусай... пана не кусай. Кусай пана. И Горский побежал. Гурскому кто подойдите, кто его, кого он должен кусать быстрее. Угу, отлично. Тимона. Остальные этот, как его? Инер, Твинси, залейте кто-то. Твинси, Мосс, залей Инер. Раскусываем ДДшников. Я зачитал. Мульти побежал. Чуть-чуть, да. Тотем трепета бузер обнови. К центру побежали, бегом. Must dispel Шансунг. Рэнджу набираем. Мультя на хп. Дал этот, мастер аур. Дал ШВ. Быстрее на хп, хиттереет. Мультя на ману. Полку шо. Мультя на ману. Муза хитте. Шансунг опять лагает. Кусайте ДДшников. Вот, ко мне выйдешь? Я в центре возле этого. Чё по Геру? Пак там, сбежались. Быстрее. Геру. За хиль тирей. Так ты, мыть, побежал. Меня укусили. Хиль тебе, блядь. Хорошо. Геру пробуй. Геру, отлично. Поднимайтесь за дома, пусть так бьет. Хорошо, дай бары по задуму. В принципе, вы убьете нормально все. Надо запрятаться с головы хоть. С фактом. Угу. Тени готовимся. Шансунг. Просто отбеги от кого-то. Бузер без мана. Я понял, да. Бегу куда-нибудь. Надеюсь, не к вам. Все. Такое. Пять токен, сука, на друида. Вы заебали. Пиздец. Полбоя у меня тут по спайке. Не по... видел совпадение, что... Не только друзья. 5-6 секунд. 3, потому что ДПС обоих. Только я один на мейн нажал, ебаный нужно. Покоритель обычный. Одного токена, да, не было на полу? Какой-то не было. Да. Обычные были. Геровский я забрал в прошлый рейд. А кто-то еще шею ролил? На что ты намекаешь, Виталя? Нужна ли кому-то эта шея? Подождите-ка, подождите. Так. Джурада, подожди.
Я не то что-то сделал. Героический токен у тебя в сумке, правильно, Джура, да? Да. Да, кому отдам сейчас? Я сейчас посмотрю по ИП. Кидайте ролл на героический токен покорителя. Кому нужен, соответственно? Киньте ролл, я посмотрю по ИПГП, кто выше. Мосса тебе нужен? Так, Джура... Мосса один уже забрал. Так. Да, мы по одному вроде берем, да? Да, а, по одному. Да, да, ну, да. Лу тогда выше. Лу. Передай Лу. Джура, да, Лу передай. Сколько там? Привел. 738, да? Да. Да. Сейчас, я думал, я обычный. Да, оказывается... Передал. Тёма, а когда ты в 2 собираешься? Вот среда, скорее всего. Или завтра. Тёма, слушай, или... может меня уже назвало меня, потому что ну, я так хилить не смогу, меня тупо нет выбивает на пару секунд. Я на Синдре вас просто вайпну нахер. А мы будем на профите. Хорошо, давай на замену. Зоил тут? Конечно. Давай в рейд. У нас хватит. Валя, Валя, потом... Да я все там... знаю. Я слышал, я все время в 10 было, что ли. Ну, давай, когда мы назад пойдем, Зоил? Можно после рейда. Окей. Нет. На... Что нет? Сегодня будем тратить проф. А, тут Ирина спрашивает. Поставил групповую? Задум, просто завтра, я не знаю, это выходное, но у меня там планов выше крыши. Групповая очень стоит. Ну, я тоже, мне либо сегодня, либо завтра, среда сутки. Че это ты мутишь там, мастер? Я ему перчатки дал, он так был следующий по ПРУ. Да, я согласен. А, я понял. Так. Пуси, че ты зашел, куда? Спасибо, мастер. Че? Ну че, ПР посмотри. Блед. Ты Моссу перегнал, да? Тагурский так лицо заберет. Так. Пуси, давай. А обратно. Че, бля? Ой, я понял, я вам больше не помогаю. Они там заварились против меня а кольцом. Не хотят. Все, ЧС, пацаны. И вот эти все, бля, коричневые, ЧС. Это заговор, заговор. Надо объяснить. Алло, шкаф поставь за дончик. С ума не зовут. Я думал, все уже халявные ЕП будут. Я наоборот Курский тебе помог. Я Моссу просадил по ГП на. А мне Масса мог бы и так уступить, блядь. А я, кстати, то кольцо и не беру, оно у меня не фит. А, ты берешь сразу? Ты мне помощник, нет, блядь. Чё? Я беру на пайгурке. Что вы тут? А. Чего? Ты что, агурский, ты кольцо упадёт? Нет? На, короче. Всё, череп, блядь, пошли. Танки пошли. Трено валяется. А не, у меня есть, я думаю, спасибо, не надо. Я уберу. Я релаву быстро. Только что на видео снял, блядь, вой, как нахуй они спиной стреляют. И что, рейд упал? Я тебе просто доказываю то, что они стреляют спиной. Блядь. Мне похуй, упал или нет. Они стреляют спиной, если агро на человеке за спиной, который нет, есть. Нет, он про другое говорит, про анимацию. А. Круто, да. Агро! Тоже хочу тут стрелять. Так сальву носить. Ребят, я после Вали офу сразу говорю. Ты кто? Мак, кил. А, му... А, кил. Ахил. Желание тут? А ему всегда так. О, что такое изгнать? Прожимки дали, а стопнули ты... нахуй лишний флут. По охотницам играем. Изгнание. Вот видишь вот этот анимацию? Да, 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 вижу. Это лицом в рейд развернута охотница. Еще одна охотница в рейд пошла. Угу, вижу. Доливаем миличники слева, справа РДД. Играйте по повелительнице льда.
Мирагрите дальше, я бузер подниму. Угу. Не могли встать, пробежать, потому что это... Агро. Если успеешь, подымешь. Устал уже. Кстати, синдром можно убить. Слышно. Смеёшься, блядь. Не знаю, что вы смеетесь, но я 100% говорю. Забыла обычку, блядь, синдрома. Что в обычке синдри? Убил. Если тупить не будете, конечно, будет этот. Убьем. ДПСа там хватает. Я посмотрю по глыбам, что будет. Я предлагаю. Да там никогда. В глыбах там никогда проблем не было, было только в освобожденке проблем. Начать завтра, править учиться. Целка надо ставить вообще вместо обычки теперь, блин. Если хотим. Классно, да. Я, кстати, поддерживаю. Это уже. Вот и будет. Кое веки, да, мастер? Мне кажется, мы за 6 часов всяко пронесем, Гер. Да пронос Гера нам по-любому нужен. А если мы в понедельник будем собирать только Герона, тогда это проблема будет. Гера будет в понедельник. Почему? Потому что... Ну что, у меня есть время на понедельник. Может, тогда на 2-3 разбить? Распределяет рейды. Да, но в интересах Орелла ведь рейды проносятся быстро. Это все делается в интересах гильдии. Просто не у каждого Орелла каждый день свободен. Проблема не в этом. Окей, мы в понедельник собираем, тогда надо на вторник, среду ставить допронос. Но зная нашу гильдию, они никто нахуй не будет. Можно набирать. Мы, кстати, первого лича убили, когда пришли на допронос, если я не ошибаюсь. На допронос надо приходить, надо поставить условие, что нужно приходить на допронос. Нам надо отправить и Профа, и Синдруна. Даже люди, походу, некоторые не видели ее, блядь, в глаза, прям. Вот так, я вам честно скажу, вы убьете Синдру, вы поймете, о чем я говорю. Синдра проще, чем Проф. Синдра даже проще, чем Суруфан для меня, но смысл, блядь. Для меня, да, для остальных. Что там, бой? Да, да. Я бы хотел это тебе. Чего? Ну, чтоб дамажили все, мы поэтому сейчас бьем этих... Сзади трэш. Кто копье спиздил? Я копье спиздил? Нет. Ты спиздил, падла. Зидум, падла. Я, короче, не поняла, о чем ты, давайте усилирей. Вот, мастер, ты говоришь, допронос должен быть, но на него никто не проходит, не приходит. А разница, да, в какой день будет основной рейд. Вот не под, ну, те люди, которые захотят допронос, они по-любому придут. Да нет, ну, не все хотят одеваться. А там токены падают с этих боссов. Виталий, у нас есть люди, которые работают, не все могут. Я тоже работаю. Давно? Чуть, блядь, водой не подавился. На неделе две, на. Меньше. Ну шо, блядь, на кольцо все накаркайте мне, на. Сейчас три кольца нахуй будет. Хар, три? Хар. Сейчас допидитесь, будет две перчатки опять на Н. Чё, на ретро как, кстати, ту перчатку можно брать? У нас только один медвей возьмет, другие никто не будет брать. Я могу 100%. Они уже у всех есть эти перчатки, просто. Нету.
Шедра их никогда в жизни не возьмет. Да Дымыч тоже, потому что они какие-то, блядь, собираются в силу нахуй. Ну, бывают всякие люди, чего. Рыбу кушайте оперативнее. Соответственно, Войт справа, Алиса слева. Далее, милишники, как обычно. Подавители, разгром, магия, пуджа, под пуджауе. Далее, РДДшники, разгром, разгром маги, кособоки, пуджи. Под пуджи, ну точнее толстяки. Под них ОЕ, два ханта, два катка. Соответственно, дальше, Твинси. Твинси, давай с Зойлом. Полетайте. Стреляй три хилахи литрейть. ДЦ долго будет, мы же пробовали так. Это не обычка, где ДЦ и Холик захилит на изи. Тогда Твинси с карочкой, карочка летает. Под Твинси по часовой, по против часовой. Бузера лучше шамана. Друид с хотами на рейде. Ну хочешь бузера, бузер. Хочу. Ну да, действительно, лучше на рейде. Как летаешь, по часовой против? Против. Нет, давай по часовой. По часовой бузер летаете вдвоем. Главное со стаками не прослакайте. Знаете, у сколько там стаков? 20? 19-20. Эй, трусишки у меня. Трусы, трусы. Это бабская метка. Бузер, главное смотри, чтобы часы не остановились. Так. Все. Надеюсь, наверное, всем понятно. Чек на готовность. Слушай, не забываем выбегать. Пусть ты где? Винар. Правда. Хорошо. Все готовы? Чё-то на пол. 300 баф, ёб вашу мать. Есть он, чё-то не говоришь. Вводим, быстрее. Ауешим. Подавители. Не люблю этого босса за годами. Малахитовая петля сейчас упадет, да? Где пожалуйста, поза... хоть бы она упала. Стопни флут. Где каток под пуджа? Че за? Че за каток, да? Дорого. Ман. Ты тут поставил? Забыл сейчас. Бузер. Подавители. Быстрина на вальку наш. Две волны. Цепуха. И опять две волны. И так по кругу. Ну. Разгром слева. Вам кайвата на. Подавители. Бузер как? Стаков, наверное, наловил. Стаки ловишь, они дамажат. Встал. Может встать? Какие он нахуй стаки ловил, если у него 5 как хпс? Разгром. Танк, что ли?
Раньше бежал, я вас, милишники, у вас есть в приоритете кособоки? Нету. Какого хуя вы его убьете? 19 стаков не скинули. Подавители. Хиляй. А, был прожима. Что за хер под глазами? Мос, справа подними прана, пана. Право далеко. Ну уже. Разгром слева. Ой, справа. Тем, 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 тем. Шамана пробафайте. Мне еще в РС-ку обычку надо сходить. Подавители. Разгром слева. Мультик как у них. Валдырник. По рейду ходит. Карочка, бери мультик. Ну или ты, или Алис. Мультик пробав. Ну это уже второй Валдырник, который... Бузер, все пиздато, но вот только кидай, блядь, быстрину, пожалуйста. Подавитель. Стена, два каста волны. Зоил без маны. Нормально. Не надо. Мербеттер на ману. Я дам. Карочка, зайди раз в портал. Стак набери. Не надо, они еще свайпники. Подавители. Твис, меня моб убил. Блять, Алиса, Валдырный с твоей стороны. Дайте БР. Даю БР. Рад. Успею зайти. Зел, заходи. Бузер, зашел. Я успела. Бузер лежит давно. Да он не давно лежит, он только что умер. Его тоже убил моб. А вы милики, вы на что? У вас станы на что даны? Господом Богом, ё-моё. Подавители. Долго бьём. Пили. Берсова пили. Ну сейчас берса будет. Зоэлом хилять. Больше мугов должно быть. Нихуя, разгром слева.
Гаши здесь нет. А Гинса, ну, блядь. Чтобы до нее дойти, нам надо тут полчаса сидеть. Я... Вот. Да, ну, сразу захожу и все. Подавители. Дайте МК, потом Рост, ДПС, какие-то... Роста нет. Блять. Ну, чё, ложимся? Нет. Твися упал. Если ты так веришь в меня, то зря. Я не захилю с такой ДЦшкой. Ну, давай. Либо надо есть. Ложиться мосу хилай в порталы, блядь. Бузер не будет хилить. Вот, да, согласна. Ложимся. Стоп, кил. Диван нельзя тут, да, кидать? Нет. Нет. Истерию Алиса на... Да, не нужна она. Подходите все в ромбик. Все. Подходите в ромбик все сейчас. Мобак, да он сейчас положит, вон, разгром все. Но все равно в ромбик подходите, под морду большого. Истерию на Вальку, чтобы Сэй умерла. Или она не всякие эти хиловские бабки. Она рейд ляжет, заивыйдет. Ну, там, тут ДЦ в Еле не актуально вообще. В обычке, да, я там ДЦ с Максом захиливали. Не актуально хилить Вальку. Ну, в обычке нормально, с Холипалом легко. Нет, Холипал в обычке.